Тибет опять хотят закрыть для туристов. В четверг об этом сообщили работающие в Лхасе туристические агентства. Китайский комитет по туризму проинформировал их, что приезжим из-за рубежа будет запрещено посещать регион в период с 20 февраля по 30 марта. Власти КНР закрывают Тибет для иностранных путешественников уже пятый год подряд. Агентство Associated Press процитировало одну из работниц местного туристического агентства. Она сказала, цитата, «Мы не видели письменного уведомления, но оно такое же, как и предыдущие запреты. Причин нам не называли». Конец цитаты. Сроки действия запрета на въезд включают в себя чувствительные для китайского режима даты. Среди них Тибетский Новый год, а также годовщина массовых восстаний тибетцев против правления Компартии КНР. Последний такой протест состоялся 14 марта 2008 года и был жестоко подавлен военными. С марта 2008 года в районах Тибета ведется очень интенсивное подавление. Этот приближающийся период в феврале и марте является очень чувствительным для китайских властей. Директор британской организации «Свободный Тибет» Стефани Бригден говорит, эти запреты свидетельствуют о том, что ситуация в Тибете далеко не мирная. Ситуация внутри Тибета сейчас критическая, принимая во внимание случаи самосожжения, которые начались в 2011 году и продолжаются по сей день. Последний был буквально на прошлой неделе. Бригден говорит, что доступ в Тибет не должен быть закрытым. Мы хотим, чтобы эти районы были открытыми не только для туристов и китайцев, но и для наблюдателей за ситуацией с правами человека, чтобы была независимая оценка того, что происходит в Тибете. Директор организации «Свободный Тибет» обращается с призывом к международному сообществу. Международное сообщество должно начать реагировать на ситуацию, в которой оказался народ Тибета, и продемонстрировать китайскому режиму, что есть очень серьезные опасения в отношении ситуации с правами человека в Тибете, и что люди хотят видеть перемены. Власти Китая называют кампании по подавлению в тибетском регионе борьбой с сепаратизмом. При этом сами тибетцы утверждают, что репрессивные меры направлены на уничтожение культуры и веры жителей региона.